Всем привет, меня зовут Имран, я агент по недвижимости в Калининграде. Сегодняшний вечерний дайджест будет касаться рынка жилья и сферы ипотечного кредитования, а в частности тех людей, кто уже получил одобрение от банков, либо кто уже находится на пути выхода на сделку, либо только подыскивает под одобренное предложение объекта для покупки. В ближайшее время ожидается очередное заседание Центробанка и будет рассматриваться вопрос, в том числе изменение ключевой ставки. Есть много оснований полагать, что она будет не в сторону уменьшения, а в сторону повышения, поэтому такую вероятность исключать нельзя, равно как и удорожание ипотечных кредитов. Что это влечет за собой? А то, что если ставка будет пересмотрена в сторону увеличения, мы получим более высокие ставки по процентным ставкам по ипотеке, разумеется, и пересмотр тех уже ранее одобренных предложений, которые еще не были реализованы. Поэтому до выхода на сделку, если вдруг вы попадаете в такой период, может быть такая вероятность, что ваша ставка будет повышена, либо вам будет аннулировано предложение по ипотеке. Если такое произойдет, вам будет как минимум неприятно. Поэтому на данном этапе я бы советовал вам поторопиться с определением по объекту покупаемого жилья и, разумеется, определиться с тем, готовы ли вы к тому, что, возможно, ставка по вашему ипотечному кредиту будет повышена. Вот пока такая информация.